С погодой этим летом череповчанам повезло. За 3 месяца пляжи города посетило порядка 100 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году. Особой популярностью пользовались ломоносовские и зареченские пляжи. При таком большом количестве людей контролировать безопасность на воде непросто. Но череповецкие спасатели с этой задачей справились успешно. Около 40 раз они вытаскивали из воды людей, которые пытались заплыть за фарватер, то есть находились на судовом ходу в нетрезвом состоянии. Более 100 раз спасатели оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим. То есть это резанные раны стоп, ушибленные раны тела, то есть укушенные раны были даже. В особо жаркие дни формировались дополнительные патрули. Следили спасатели не только за специально оборудованными для купания пляжами. Отдельные группы объезжали берега реки Шексны, где также хватало отдыхающих. Рабочий день спасателя начинается в 9 утра и заканчивается в 8 вечера. На пляже дежурят по 2 человека. Один патрулирует реку на спасательном катере, второй следит за порядком и безопасностью на суше. Каждое утро начальникам замеряется температура воды и докладывается по всем постам, которые находятся на пляжах, о температурном режиме. Вот, и все вывешивается. Вот как вы можете наблюдать, что сейчас это вывешено вот на посту. Каждое утро воду замеряли еще и на чистоту. После проб вывешивали флаг. Черный купаться нельзя, желтый с водой все в порядке. Чистоту самого пляжа регулярно поддерживали работники ЖКХ. Но вот только отдыхающие далеко не всегда отличались хорошим поведением. Курение, распитие спиртного, выгул питомцев – все это категорически запрещено. Более 40 раз спасатели были вынуждены обращаться в полицию. Согласно действующему закону, нарушением считается и появление на пляже детей до 14 лет без сопровождения взрослых. За этим тоже приходилось строго следить. Ходят без взрослых на пляж, но стараемся пресекать это, не пускать на территорию пляжа. Вот. И если что-то, да, то как бы вызывать полицию, и уже дальше уже с ними будут. Проводятся с ними беседы. И если днем, благодаря усилиям спасателей, на пляже поддерживается чистота и порядок, ночью там начинают происходить совершенно странные вещи. Скамейки меняют свое местоположение, переворачиваются мусорки. Огромные железные таблички с запретами о курении и вовсе покидают территорию пляжа. Но несмотря на все эти хулиганства, спасатели утверждают, этот купальный сезон был гораздо спокойнее предыдущего. Официально он завершится 31 августа. Мария Беленко, Сергей Павлов, Новости.